В Казахстане меняются ставки по депозитам. По данным Нацбанка страны, с 1 февраля максимальное вознаграждение по вновь привлекаемым тинговым вкладам физических лиц повышается с 10 до 14%. А вот в иностранной валюте, наоборот, снижается с 3 до 2%. Соответствующее решение было принято Советом директоров Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Напомним, в ходе очередного послания народу Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что депозиты в долларах станут в стране невыгодными. Как сообщает Нацбанк, объемы депозитов в тенге за год снизились почти на 5% и составляют около 5 триллионов тенге. Зато валюта и здесь бьет свои рекорды. В целом по стране вклады населения в долларах и евро выросли почти на 70%. Сейчас превышают 11 триллионов тенге.